Привет, друзья, подписчики и гости канала. Сейчас я приготовлю блюдо, которое подпадает под категорию быстро, дешево, сердито. Знаете, это блюдо вполне можно готовить даже не в ожидании гостей, а когда гости уже на пороге, потому что готовится оно очень быстро. Я изложу как бы два способа приготовления этого блюда. Один более, так сказать, изысканный и более насыщенный вкусом, а другой способ, он очень быстрый. Это блюдо называется фрикасе с курицей и грибами. Для него мне понадобится. Вот у меня 4 куриных бедрышка, масло сливочное, грибы-шампиньоны 300 грамм, несколько зубочков чеснока, 2 луковицы, вот 3 негорьких перчины, домашние сливки. Ну и, собственно говоря, все. Сначала нарезаю грибы крупными кусочками. Пока разогревается сковорода, нарезаю лук полукольцами и чеснок мелкими кусочками. Несмотря на такой вот угрожающий вид, этот перец не очень горький, но зато очень душистый. На раскаленную сковороду засыпаю грибы. И поджариваю очень быстро в течение нескольких минут. Грибы взялись легким румянцем, и на всю кухню распространился сногсшибательный грибной запах. Это верный признак того, что грибы уже готовые. Закладываю курицу. Мясо начало подрумяниваться. Засыпаю лук с чесноком. И перец. Мясо дошло до нужной кондиции, и я убираю излишек жира. Я буду добавлять сливочное масло и вот этот жир, который натопился из курицы, мне совершенно не нужен. Заливаю сливки. Вместо сливок можно использовать молоко. Для того, чтобы соус быстро загустел, нужно добавить сюда столовую ложку муки. Заливаю. Закладываю 100 грамм сливочного масла. Я-то знаю, что фабричное масло состоит в основном из сыворотки. Добавляю свежемолотый душистый перец. Если у вас есть необходимость приготовить это блюдо быстро, то можно закладывать все сразу. Курица, грибы, лук, чеснок, все. И сразу все целиком вместе поджаривается. Когда оно поджарилось, вы также заливаете. Вот единственное отличие, что в самом конце вы должны добавить или грибную приправу, или грибной кубик для аромата. Необходимо помешивать. Закидываю зелень. У меня мороженое. Зеленый лук, укроп и петрушка. Солю по вкусу и накрываю крышкой на 5 минут. Прошло 5 минут. Красота. И вот смотрите, что у меня получилось. В общей сложности прошло буквально полчаса. Все, выключаю газ. На стол.